Специальное предложение сегодняшнего дня – абсолютный бестселлер, потому что более миллиона таких баночек выбрали наши покупатели. Почувствуйте медвежью силу русского женьшеня. По своему составу он не имеет аналогов, по своему действию превосходит все ожидания. И цена только сегодня – 1299 рублей. Такого выгодного предложения вы не найдете. У нас 4 концентрата. Всего за 1299 рублей те, кто смогут прорваться сквозь перегруженные телефонные линии и оставить отзыв в прямом эфире при заказе от 2990 рублей, вы получите в подарок вот таких 4 супер бестселлера. Это легендарные продукты бренда Naturmed и прекрасный шанс позаботиться о своем крепком здоровье, которое подарит вам радость жизни. Ну а сегодня в нашей студии не просто кандидат медицинских наук, почетный член Ганноверской академии натуротерапии, а также член-корреспондент Российской академии естественных наук, врач-хирург, клинический фармаколог, ведущий авторской программы на Первом канале «Секреты доктора Арсенина», а также ведущий эксперт федеральных телеканалов ТВЦ, «Домашний», РЕН-ТВ, Сергей Владимирович Арсенин. Доктор Арсенин. Да, друзья мои, вот этот корень лопуха. Я, знаете, 30 лет занимаюсь медициной. Из них, из этих 30 лет, 20 лет натуротерапии. Я вам хочу сказать, что вот этот корень лопуха с нашим здоровьем реально творит чудеса. Чудеса исцеления. Корень лопуха обладает удивительно мощнейшим дезинтоксикационным свойством. Если у вас повышенная температура, если у вас там зашлакованность организма, повышенный сахар, он выводит сахар, повышенный холестерин, опять корень лопуха выводит холестерин. Мощнейшее противовоспалительное действие. Я не знаю по силе воздействия другого средства, которое бы боролся бы с микробами. Противовирусное действие, противогрибковое действие. Я не знаю такого средства, которое бы так чистило нашу лимфатическую систему. Мощнейший лимфодренаж. То есть, если у вас отеки на ногах, корень лопуха. Если у вас какие-то организмы кисты, корень лопуха. Если какие-то доброкачественные новообразования, применяете корень лопуха, в течение месяца, двух-трех, а у нас сегодня 4 банки, это 4 месяца применения, у вас мастопатия редуцируется, миомы матки уходят, у вас там кисты рассасываются, опять же, называется редуцирование, у вас, возможно, там липома, папиллома, кожа очищается, это тоже корень лопуха. Корень лопуха, великолепное онкопротекторное средство, потому что здесь содержится L-бета-аспарагин, который стимулирует нашу лимфатическую систему. Вырабатываются лимфоциты, ТБ-лимфоциты, которые борются с онкологическими заболеваниями. Поэтому его назначают в комплексной терапии, если вам назначена химиотерапия, подготовка к операции. Лучевая терапия, если вы находитесь в наблюдении у онколога. Если вам сделали уже операцию и все остальное, вот корень лопуха, он поможет потом, год, два, три, его можно пить безостановочно, поможет вам не получить рецидив вот этих страшных заболеваний. Вот что такое корень лопуха. Реально медвежья сила. Вот русского женьшеня. Русского женьшеня, потому что корень лопуха так и называют русский женьшень, потому что он, ну, как бы по своему составу очень на него похож. Вы сейчас получаете 4 флакона, 400 миллилитров уникального концентрата, который обладает чудодейственными свойствами. Те, кто сможет прорваться к нам в эфир, получите подарок и закажите его 2990 рублей. Наконец, один флакон 999 рублей. Беспрецедентное специальное предложение, которое действует только сегодня. В следующий раз наш концентрат корень лопуха появится только осенью. Вы сейчас экономите 2697 рублей. Лопух не имеет по своему составу равных. Послушайте доктора Арсенина, послушайте, прислушайтесь к его советам и почувствуйте медвежью силу русского женьшеня. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева на экране. На самом деле нельзя терять ни минуты, у нас количество ограничено. Итак, корень лопуха. Кому? Сергей Владимирович, ну, вы знаете, как вот я сказал, это удивительное, мощнейшее средство, которое помогает от 100 болезней. И как скорая помощь, если вам с нее повысилась температура, чтобы ее снизить. И как такой лимфодренаж, если у вас какие-то отеки, лишняя жидкость, если у вас зашлакованность организма. Здесь находится инулин, который снижает уровень сахара в крови. Вам посмотрите, без сахара корень лопуха, то есть его можно применять больным с сахарным диабетом. Если у вас высокий холестерин, снова корень лопуха, инулин будет снижать уровень вашего холестерина.
холестерина. Повышенный почечный, печеночный пропа. Плохо работает функция почек у вас. Плохо работает печень. Бывают какие-то заболевания желудка. Опять же, корень лопуха. Элементарный прием. По 1/3 чайной ложки. 3-4 раза в день. Вы берете под язык. Рассасываете там. Вот взяли под язык и не проглатывайте. Подождите немножко подольше. То есть в этом случае подъязычная артерия заберет на себя все. Почему нитроглицерин под язык кладут? Почему капотен, чтобы быстро подействовать, под язык кладут? Да потому что под языком идет мощнейшее всасывание, и сразу поступает кровоток. Выпили корень лопуха, у вас там температура повысилась, он у вас пройдет через 15-20 минут. Месяц-два, а здесь 4 банки, у нас будете пить корень лопуха, но образование будет у вас уходить. Вы знаете, у меня по средам каждую неделю прием пациентов. Сегодня у нас что? Среда. Я отменил прием пациентов, чтобы прийти к вам. Он у меня будет завтра. Но вот прошлый прием пациентов у меня было 22 человека. 19 из них я назначил экстракт корня лопуха. Да почему? Да потому что одна приходит пациентка, у нее долго не заживающая травма, переломы, перелом шейки, бедра. Другой пациент пришел, у нее что-то там вообще не гангрена ноги. Я снова назначаю корень лопуха. Третья пациентка приходит, сахарный диабет, который никак не может купировать. И снова корень лопуха. Четвертого пациента... хронический бронхит, бронхиальная астма, никак не может она восстановиться после ковида. То есть вот такая обструкция легких, я назначил корень лопуха снова, потому что корень лопуха – это фундамент вашего здоровья. В каждой банке содержится 20 килограммов вот этого лопуха, экстракт лопуха. То есть надо переработать 20 килограммов. Лопух здесь майский. Именно майский, свежий лопух, вот который сейчас в 23-м году собран, он содержит L-бета-аспараген, начинается в мае сокодвижение. И вот этот L-бета-аспараген как раз восстанавливает ваше здоровье. Но здесь еще трава ассистента, эхинацея, там находится экстракт ромашки, огромное количество аминокислот, огромное количество витаминов. Можно взрослым, можно детям, можно больным с любым заболеванием. Здесь можно совмещать со своими стандартными препаратами. Один флакон вы можете приобрести за 999 рублей. Но мы предлагаем вам сегодня 4 флакона заказать всего за 1299 рублей. Плюс подарок, звоните нам в прямой эфир. Беспрецедентное предложение для чего? Чтобы вы были здоровы, и медвежья сила русского женьшеня только для вас.